Стражи порядка на дорогах отмечают профессиональный праздник. В честь 88-й годовщины со дня образования госавтоинспекции в округе прошло торжественное собрание. Служба создавалась в те годы, когда становилось и происходило становление нашего государства. Непростые годы, после фактически революции, с нуля. Конечно, были другие задачи, была другая активность на дорогах, но то, что выстраивается на протяжении многих лет с хорошими традициями, традиции и в службе, и традиции, тем более в нашем городском округе, дорогие земляки, с праздником. Мы с вами выполняем долг, тот, который положено выполнять офицеру российской полиции. Есть хорошие показатели, есть хорошие, но самое главное, хочется пожелать в этот прекрасный солнечный день здоровья, личного благополучия, семейного благополучия, мирного неба, и чтобы те хорошие слова, которые вам сегодня будут сказаны, они повторялись и повторялись. В ознаменование праздника в зале собрались руководители, личный состав и ветераны Люберецкой госавтоинспекции. Валерий Никифоров в пятый год работает инспектором ДПС. Нести службу в ГАИ мечтал с детства. Сегодня лейтенант полиции награжден нагрудным знаком за отличие в службе второй степени. После школы сразу поступил в университет МВД. Кикотя отучился 5 лет. И вот с 2020 года уже служу в Люберецкой госавтоинспекции. Ну, привлекает разнообразием, общение с людьми, потому что каждый люди, они индивидуальны. И каждому нужно найти общий подход, как правильно профилактировать, чтобы понял каждый гражданин, что и как нужно ездить и соблюдать правила дорожного движения. Своих коллег хочу поздравить с праздником, с днем госавтоинспекции. Пятерым полицейским вручили сертификаты на жилье, а имена лучших сотрудников занесены на доску почета. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.